Всем привет, с вами Александр Провектор, и это 10-я серия, прям какой-то юбилей, записывал уже много по блокстори. Итак, сегодня что у нас за планы? Как всегда, я что-то задумываю, и что-то по пути меняется, что-то мешает. Блокстори такая вот непредсказуемая игруха. Сегодня я хочу скрафтить наконец-то кровать и доставить ее на небеса, но это как бы первоочередная задача. Далее я все-таки, как сказал Nexus, отправлюсь к нулевым координатам искать Арагога, где он послабее, и постараюсь покачать дракона. Ну а далее будет видно, что там по пути случится. Итак, сейчас я сложу весь хлам ненужный, чтобы не занимать, так сказать, место у себя в инвентаре. Так, черепа пока что мне не нужны. Так, сразу же сейчас надо себе скрафтить и телепорт еще один, что-то он у меня быстро стал заканчиваться. Так, вспомнить бы, как его еще делать, блин. Ага, прям с первого раза вспомнил. Так, теперь надо скрафтить кровать. Так, я уже подзабыл, как делается кровать. Ща посмотрим. Извиняюсь за вчерашнее поведение. Ну, было весело. Сегодня будет немного поскучнее, наверное. То есть, я вообще уставший. Все же надо играть, проходить. Так. Где у нас тут кроватка? Кровать. Угу. Нужно 5 досок и 3 шкуры. Все это у меня есть. Так, для начала, что у нас тут с досками? Где мои доски? Так, здесь одна доска. Ладно, заберем. Чтобы она здесь не валялась без дела. Так, вот у меня древесина есть. Сейчас немного древесины возьму. Ладно, этого более чем достаточно. И сейчас наделаю досок. Угу. Так, все. 16 досок готово. Ну, это более чем. Уже перебор. Так, сейчас замутим кровать. 5 досок, по-моему, так. Да. Сейчас доски сложим. Пока что они мне не нужны. Зачем лишнее место занимать? Так. Угу. Все, вооружаемся на всякий пожарный. Мало ли там. Блин, и как всегда ночь. Не-не-не-не-не. Надо подрыхнуть. Дождаться дня. Днем будет поспокойней. Все-таки в небеса рвусь. Лишь бы там не встретиться с каким-нибудь драконом. Так, вроде бы все. Скорее всего, уже день или хотя бы утро. Да, все круто. Двери замыкаем. Блин, опять дождь. Так, вон он мой лифт. Так, слегка спустимся. Давай, прыгай. Так. И погнали наверх. Маны у меня уже дофига. В принципе, мне и лифт этот не понадобился. Мне главное успеть сюда долететь. Давай. Блин. Мана заканчивается. Чтоб я уже на небесах. Яй. Тихо. Чё тебе надо, чувак? Какой ужас. Докопался. Зараза. Хозяин небес. Так, не-не-не. Блин, ну его нафиг. Поставлю я как кроватку где-нибудь здесь, где чутка побезопасней. Надеюсь, он сюда сейчас не примчит. Так, вот сюда сейчас поставлю кровать. Само в тему. Так, ставим кровать по-бырому. Так.
Сейчас назовем точку, ну, пускай будет sky, как говорится, там небо в переводе. Все, кроватка стоит, надеюсь, никто ее не стырит. Это что такое, утка? Посмотрим, что у нас здесь есть. На... Ух ты, ух ты, ух ты! Сколько тут хороших стоять. Телепорты мне понадобятся. Надо сейчас ввалить всю эту живность, чтобы у меня все было. Так, ну что, сходим туда. Надеюсь, дракоша уже свалил. И сейчас отправлюсь к нулевым координатам искать Арагога, где он послабее попадется, чтобы... Так, так, так. Так, короче, мне легче... Угу, помереть мне не легче. Мне надо... В принципе, о чем мне мешает? Мне надо к нулевым координатам. Я сейчас по небу прям и продвинусь туда. А может, и не продвинусь. Не, короче, надо использовать телепорт назад в свой Хоббитон. Так, все убираем. И прёмся дальше. Так. Ладно. Нулевые координаты. Куда нам идти? Нет, не сюда. Угу. Вот сюда. Валим в эту сторону. Давай, давай, давай. Так. Сегодня, кстати, будет побольше игры, меньше всякого пустого трёпа. Уже надоело. Хочется поиграть. Так, так. Надеюсь, я все еще туда иду. Как задолбали уже эти яй-яй-яй пещеры. Так, вот хорошо, что сделали такую кнопку полета, блин. Прям радости до ушей, что не пришлось туда не спускаться, ничего. Так, пойдем так. Блин, да сколько ж тут препятствий. Целая полоса препятствий. Пока дойдешь. Ну, возможно, по пути кого-нибудь и встречу. Интересного. Лишь бы не завалили меня там. То сейчас дохожусь. Так, зима, зима, зима. Блин, да куда меня опять несет? Что-то координаты эти гонят вообще. Вау. Нифига себе. Ты что тут средь бела дня делаешь? Зараза. Ну-ка, нафиг иди. Что там после тебя осталось? Кучка пепла осталась. Ладно, наверное, это мне пригодится. Идем дальше. Я уже довольно-таки вроде как близок. Осталось идти недолго. Угу. Так, так, так. Ой. Как же далеко забрался. Давай, давай, блин. Очень далеко идти. Жесть. Еще пещеру там надо будет найти. Надеюсь, она там будет. Да ну вас нафиг. Я иду по своему делу. Хрюндель какой-то тут лазит. Так. Идем. Куда мы идем только? К нулевым координатам, так сказать. Так, так, так. Ой-ой-ой. Так, ну в одну сторону я, по крайней мере, уже почти дошел.
Здесь как бы враги должны быть послабее, если верить Нексусу. Сейчас как раз и... Ай-яй-яй. И проверю. Да ё-моё. Что это за полоса препятствий тут? Так, ну да, здесь пещерка должна быть. А, ну так это, блин, деревня гоблинов этих. Я здесь уже неоднократно лазил. Так, так, так. Есть вот нулевая точка. Ну-ка, возвращаемся назад чуть-чуть. Так, нет. Вот теперь в эту сторону. Идем, осталось недолго. То есть здесь враги послабее. Ну да, это деревня гоблинов. Чему удивляться? Блин. Пришел к нулевым координатам. Ну, практически. А, ну типа... Вот эта пещера. О, 10 уровня Арагог. Ну, сейчас испытаем. Салага. Иди сюда. Чё, я его не могу бить? Давай. Давай, лошара. Сейчас тебя оставлю чутка. Смотри, какой он сильный, блин. Да блин, возьми ты уже меч этот. Давай. Еще один удар. Выпускаем дракона. Съешь его, блин. Вали, гада. Черт. Не, ну так неинтересно. Так, сейчас врубаем телепорт. И валим к гоблинам. Угу. Отлично. Блин. Не совсем там я. Ну, практически. Сейчас пройду туда, к пещере. Ну, все же практически получилось. Просто оружие надо сделать уже покруче. Ножичка, ковырялка. Все равно я тебя найду, паучара. Надо дракона. Блин, как же тяжело его качать. Нудно, скорее всего. Так, идем к нулевым координатам, к следующей пещере, которая, кстати, скорее всего, здесь, да. Ой-ой-ой, овца, иди сюда. Ладно. Сейчас натравлю. Хоть так. Вали, гада. Ну, мочи уже его. И пошел, гордый такой. Так, блин, я мясом. Плохо запасся. Чё за фигня? Ну-ка, вылези. На. Хавай, чувак. О, он у меня уже 5 уровня. Нифига себе. Чё-то как-то быстро. Блин, вот мяса у меня мало. Надо затариваться опять. О. Вот это я понимаю. Сейчас начнется прокачка. Ну-ка. Вали, гада. Молодца. Крутой чувак. Идем дальше. Так, сейчас что тут у нас есть еще? Собираем все это добро. Да блин, ты запарил, гоблин. Всех тут перевалил. Сейчас кого-нибудь найдем. Противника достойного. Давай, давай. Ну где вы все? Столько паутины этих спаунеров. Кстати, надо стырить один.
Хотя даже... Нет. Чувак. Не то. Блин. Забирай его уже. О. Один спаунер есть. Ну-ка, давайте. Манать ты косой, дракон. Мочи уже его. Круто. Идем дальше. Так, надо еще паутину стырить. Сразу побольше. Чтобы потом я мог расставить. Блин, и обязательно надо дракона убирать. Давай. Забираем. Так. Побольше. Я у себя на хате их потом расставлю. И будет уже прикольней. Ага, вон они, паучки. Так, берем дракона. Ух, вас сколько тут. Как круто. Пауки первого левела. Давайте, чуваки. Где мой дракон, я не пойму. Давай, чувак. Вали их. Нифига себе, герой. Всех схавал. Отлично. Идем дальше. О, тут уже Кузю съели. Спасаем Кузю. Да вы задрали, блин. Мочи их. Вообще пофиг. Во. Кузьма нам помог. Так, чувак, чтоб ты не сдох больше. Куда ты полетел, блин? Держи. Мясо последнее отдал. Последнее отдаю, чувак. Так, что тут еще за мелюзга есть? Мочи, гада. Мать, какой же ты косой. Не может ничего сделать. Да. Тяжелый случай. Давай, давай, чувак. Так, кого нам еще здесь найти? Вот плохо я без мясца. Так. Сходим еще. Ну, сколько смогу, продержусь. Дракона я, конечно, постараюсь не убивать. Потом сбегаю за мясом и придется снова сюда сбегать. Чтобы подольше здесь покачаться. Так, так, так. Угу. Спускаемся. Блин. Все равно шваркнулся. Ладно, фиг с ним. Что за фигня? Че меня так корежит? Так. Нифига не пойму. Короче, сейчас телепортнемся назад. В домик надо набрать мясца побольше. Где у нас? Нет, не здесь. И не здесь. И не здесь. Угу. Вот оно, мясо у меня отдельное. Блин, ну все забирать. Сейчас побольше натапаем. Так, так, давай. Ну, сейчас хотя бы соточку снова. И мне на сегодня хватит мясца. Может, по дороге удастся еще поживиться. Так, ладно, еще побольше. Сейчас до 200 наберу.
чтоб уже наверняка. Все есть. Отлично. Так. Что такое? Блин, да что за бред? Ладно, пускай. Висит мясо, я всегда успею набрать. Что мне здесь не нужно? Вот эта фигня. Паучий зуб. Порох. Кость. Ну, в принципе, все. Сейчас попробую замутить эти спаунеры пауков. Сейчас спущусь в свою ловушку сюда. Ох, как круто будет. Пауки отсюда, думаю, не смогут выбраться. Так, поставим один. Второй вот так по углам. И третий. Надеюсь, они когда-нибудь, блин, появятся здесь. Ну-ка. Ищи. Голос. Придется долго ждать. Ладно. Погнали. К нулевым координатам. Гоблин. Так, все, вот я появился. Валим отсюда нафиг. Так. К нулевым, к нулевым. Куда идем? Туда. Все правильно. Блин, да что у меня этот факел? Все горит. Все, чешем туда. Так. Идем, идем, идем. Нет, не туда. Воу-воу-воу-воу. Чувак. Ты такая редкость. А, нифига себе. У меня ударчик стал обычной ковырялкой. Уже нравится. Но надо оружие, конечно, покруче брать уже. Ну, это потом как-нибудь. Сейчас мне устраивает, в принципе, этот ножичек. Вполне можно и с ним поиграть. Нет. Кстати, можно в эту пещерку сбегать. То что-то с первого уровня как-то не очень интересно. А, ну, здесь то же самое. Да что за... Ну-ка, отомсти за меня, чувак. Давай. Так-то. Какой нахальный дракон. Ты смотри, всех положил. Так, стоять. Идем туда. Блин, мне надо найти этого Арагога уже. Качнуться нормально. Фига, у меня дракон сразу стал какого уровня? Так. Тихо, тихо, блин, не то нажал. Чуть не шваркнулся. Блин. Сейчас поглубже спустимся. Так, так, так. Вот так. Ой-ой-ой, какое ж это нудное занятие. Прокачка дракона. Я понимаю, что Арагога надо найти. Где его, блин, найти? Его реально тут, блин, фиг найдешь. Так. Куда собрался стоять? Стоять, зараза. Что за фигня? Срабатывает кнопка. Не, ну это совсем жестоко. Хотя...
Так, что у нас тут? Зелье маны есть. Использовать. Все, есть контакт. Убираем факел, чтобы не палиться. И чешем сюда. Отлично. Блин. Опа, нифига тут, чувак, 3-го левела. Вот это уже будет интересно. Давай, чувак. Нифига себе они сдыхают. Довольно-таки быстро. Во, вот это я понимаю, ад. Давай, чувак. Что за баг? Давай. Мочи этого гада. Вот так. Круто, погнали. Так, это 26 левел, ну его нафиг. Ну, лучше не нарываться. Чуть не ха-ха себе. Не-не-не-не. На него нельзя нарываться. Надо валить от него. Вот привязался. Чё, скрылся? Да вроде, все, он меня потерял. Слава богу. Так, вот 10 левела. Чушка такая вот. Выпускаем дракона. Да куда ж ты, блин, давай, вылазь. Сейчас уже восстановится. Кошмар. Давай, мочи его. Молодца. Нифига себе, сразу как подскочил у него уровень. Вот еще одна штука. Штуковина, иди сюда. Да фиг тебе. Нифига подобного. Сейчас ты будешь бежать от меня в страхе. Да иди ты, блин. Черт. Какая ушлая зараза. Так, дракоши дать побольше. Мочи его. Да догоняй уже его. Ту заразу. Смотри, какой червяк шустрый. Я иду, давай, иди уже. Мочи его. Давай. Есть. Какого? Не-не-не-не, чувак, не, так не пойдет. Ты кто? Я понял, кто ты. Вот докопался, блин. Ну чё? Да. Не-не-не, дракон. Уходи, он у меня ещё дракон не сдох, не. Вооружаться. Самому уже. Чё, всё? Исчез? Да фиг там он исчез. Зараза. Интересно, получится его надурить? Или он меня сейчас жахнет с одного удара? Кто там? Да ты еще отвали. Не-не-не-не, нифига себе. Не-не-не-не, помогите. Ёшкин кот. Мне задницу поджарил. Так неинтересно. Так не пойдет. Надо, короче, свалить туда подальше. И сейчас буду качать дальше дракошу. Надеюсь, эта зараза не прилетит за мной. Что-то он часто довольно стал появляться. О, 11 левел. Да, да, да. Да, чувак. Да, я знаю, что ты лошара. Вот мой дракоша. Ну, мочи его. Ну-ка, как у него с уровнем прибавка? Ну, есть немного. Так.
Ты чё, чувак, загорелся? Ты не вздумай сдыхать, блин. Сам сдох. Что за фигня? Что чё? Долголетия нету. Мочи. Так, так, давай. Гоу. Да что ты такой косой? Неужели? Чувак, лови мясцо. Заработал. Заслужил, так сказать. Так, чё? О, чувак. Ты как раз в тему. Нормально. Да, и правда. Чем меньше координаты, тем больше. Не понял, а чё это у него второй левел, а столько здоровья? Мне скучно. А урон какой? А ну, да, урон нехилый. Дракона завалит и не скривится. Да фига тебе. Сейчас я его завалю. Короче, чувак, ты меня достал. Ты там маг орудует, думаю, да ёшкин кот. Давайте уже, поделитесь, горячие парни. Давайте, давайте, кто кого. Ты скотина. Не-не-не, я такой умный. Я эту скотину побегу валить. Давай, мочи. Да мочи его. Молодца, догоняем. Нифига не пройдешь. Молодца. Идем за этим скелетом. Где он там? Лошара. Ага. Вот ты где? Иди сюда. Гад такой. Блин, когда ты уже бегством будешь спасаться? Уже почти... Ага. Так-то, гад. Что, теперь тебе не скучно? Второго левела скелет, нифига себе. Сколько здоровья. Давай, мочи его. Читаю, я не подписывался на такое. Я прочитал, как будто он описался. Ну, бывает. Может, и описался. Так, что тут у дракона с жизнями все ништяк. Идем дальше. Только у меня не совсем ништяк. Подзаправимся. Так, идем дальше. О, чуваки, вы по адресу. Давай, давай, мочи их. Один готов. Ну, давай, защити меня. Есть, молодца. Чародей, не лезь. Давай, давай, дракон. Мочи его. Ну, давай. Молодец. Фига, уже шестой уровень. Прёмся дальше. Так. Так, так, так. Идем, идем, идем. Короче, сегодня чисто в такую в аду угар. Да-да-да-да-да, давай, иди сюда. Сейчас ты будешь спасаться. Сколько у дракона урон, не вижу, блин. Давай. Сразу 43, круто. Так, туда нам не надо. Вот эту заразу надо мочить. Давай. Ух ты. Круто. Вообще жесткий дракон.
стал. Я помочил дольше его. Так, а эту заразу интересно, как он привалит. Чё, типа добрый? Ты чё, гад? Ты чё, торчишь? Чувак. Идиот. Ну-ка сейчас. Дракона попробую выпущу. Насколько будет урон у скелета больше, чем у него. Ну, о, нифига себе. Не-не-не, назад. Здесь вот что-то чуваки стали крутые бегать. Так, валим, валим, валим отсюда. Надо мясцом подзаправиться сразу же. Так, берем дракона. Нифига себе, вас тут сколько. Халява. Да что ты делаешь? Мочи его. Молодца. Сейчас уже дракон станет 7-го уровня. Круто, чё. Да ё-моё. Ребята, не ссорьтесь. Мочи гада. Блин, вот разошелся дракон. Давай, чувак. Он твой. Вот теперь стало интересней. Да что ж ты такой косой? Мочи, мочи его. Он уже удирает. Все, 7-й уровень. Крутецкий дракон. Фига, мне кажется, или он уже вырос. Походу он уже подрос. 220 здоровья стало. Эй, хавай, чувак. Куда ты, идиот? Так, так. Вот это мне уже нравится. Чувак, на. Остальное сам восстановишь. Погнали. Вот это уже, да. 7-й уровень. Мочи этого гада. Какой урон? Сразу 50. Нехило. Идем, сейчас мы эту толпу разберем. Давай, давай. Какой борзый дракон. Блин, опять этот демон там лазит. Еще рано с ним связываться. Не-не-не, спасибо. Пойду-ка я сюда. Потихонечку, не спеша, тщательно пережевывая. Круть. Фига ты, демон, дракон. Вот это. Блин. Чуть не шваркнулся куда-то. Сейчас найдем тебе врагов еще. Тут дофига. Блин, да что за фигня? Ну-ка. Разберись с ним. Крутяк. Да какого, блин? Помогите. Чем смогите? Докопался, блин. О, давай. Развлечемся. Давай, давай, давай уже. Мочи этого гада. Блин, да у тебя урон, полтинник. Жахни его разок. Начнет убегать. Давай, давай, давай. Во. Все. Круто. Так, надо тебе подкрепиться, на. Хавай. Так, погнали дальше. Кто у нас тут еще есть? Опа. Круто. Мочи гада. Фига он сейчас заклюет дракона. Хорош. Чё за дела, чувак?
что-то хочешь? Шел нафиг. Блин, дракон, жри быстрей. Хватай. Что ж тебя несет не туда, на. На тебе еще. Вот так-то. Ну что, зараза. Вали его нафиг, этого гада. Не-не-не-не-не, чувак. Только не волони моего дракона. Есть. Успел свалить. Так, теперь вот этого гада. Что-то он тут бесится. Мрачный скелет. Ты никогда не сможешь так, как я. Да ладно, ты уверен? Круто. Кто меня там валит, блин? Ну, мочи его. Так, так, так. Да. Не профукать дракона снова. Да, нехило. Валит дракоша. Давай, давай, давай. Так, ладно. Что-то мной скелет занялся жестко. Надо дракона накормить. Так, сидеть. Чувак, на. Ты куда ж ты побежал, идиот? Рано тебе еще. Вот так еще нормально. Так, так, так. Давай, давай, где он? Мочи его. Ему осталось уже недолго. Чуть-чуть. Ёшкин кот. Надеюсь, дракон хоть еще живой. О да, живой. Круто. Ну, в общем, как-то так сегодня прям интересно получилось. Покачать дракончика. Какого уровня? 7-го. Нормально. Итак, короче, я сохраняюсь. И на сегодня, пожалуй, серия закончена. Больше игры было, меньше комментариев. Как говорится, больше дела, меньше слов. Пора играть, качаться, чтобы уже начать развлекаться, так сказать. В общем, ждем 11-ю серию. Появится она в пятницу. В общем, всем пока. С вами был Александр Провектор. Mm-hmm.